Агент, башня уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись. Вы единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у нас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово.
Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа ОАК. Рядом есть пост охраны. Согласно этому принципу, работая единой командой, мы выведем нас на новый уровень существования.
Похоже, этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. На безопасном расстоянии от базы проводятся рискованные эксперименты и исследования.
Обнаружен правильный демон.
нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Доступ предоставлен. Несанкционированное исследование. Доступ предоставлен. Поезд готов к отбытию. Пункт назначения – особый исследовательский комплекс ОАК.